Здорово, господа. С вами Нео. Что-то я не удивлю. Седьмая серия. Или восьмая сейчас. Да, мы вроде там остановились. Сейчас. У меня, короче, Кузнецкий мост. Меня, в общем, заглючило. Оказывается, я не записал Тургеневскую. Сейчас вот, в общем, давайте Тургеневскую загрузим заново. Ну, у меня не записалось. Окей. Хан привел меня на Тургеневскую, проклятую станцию. Ее жители были обречены, но боролись за выживание до последнего. Да, жаль, не получилось первого раза пройти. Долго мучился. Станцию снова атакуют. Пойдем, юнош. Защитникам может понадобиться помощь. Есть у меня или нет? Хан! Сюда! Да, я тут первый раз, когда проходил, я не мог разобраться. Очередная атака? Да. Они прорвали внешнюю оборону. Тут все, кто выжил. Не надеюсь уже дожить до завтра. Откуда ползут чудовища? Как обычно. Из левого туннеля. И из перехода тоже. Вы что, не взорвали тоннель, как я вам говорил? Мы отправили туда группу саперов, но они не вернулись. И взрыва не было. А больше нам некого послать. Ты хочешь изменить судьбу своей станции, да, Артём? А с этой станцией судьба еще более безжалостна. Мы должны помочь. Найди останки саперной группы. У них должна быть взрывчатка. Окей. Зайди в левый тоннель так далеко, как сможешь. Установи мину и беги назад. Давайте. Что переход. Касается перехода, его уже пытались обрушить, но упыри, похоже, прорыли себе путь. Там где-то есть гермоворота. Постарайся закрыть их или взорвать. Окей. Я останусь с уцелевшими. Ну, ребят, если тварей окажется слишком много, замани их на нашу позицию. Тут очень сложно, чувачки. Тут. Блин, первый раз я долго его проходил. Отсюда, а? Тут-то надо вот там вот где-то место. Так, вот тут вот надо где-то. Бежим, бежим, мы ворота взрываем. Все, ребят, тут я понял, это первый раз так, вот наши, да? Пистолет. Блин, я вроде с оптикой покупал, а не какое-то дерьмо сейчас, да? Да, сука, дерьмо. Да, где же мы с оптикой пистолет делать, а? Так, давайте глянем на карту, куда нам показывают. Видите, прямо бежать. Автомат. Вот тут где-то надо. Да, сука, сколько вас. Вот туда дальше бежать показывается. Так, 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 так. Это оружие где-то. Ага. Ты тут что найдешь? Давай за бомбой, тут где-то бомба должна валяться. Сука.
Короче, лучше побежать. FPS. Вот видите, хорошо, бодняками вам не видно, сколько у меня FPS. Он уже опять на 6 упал. Ну это вообще. Давай, повышайся. Что за прогрузон? Ну. Неужели он такой и будет вручную, а? Не, ну это... О, 45 наконец-то восстановился. Давай, заряжает. Ой, дробаш. Мне двустволка больше нравится. Нам если он перезаряжает, хоть сразу две заряжает. Так. Да, кстати, тут очень много патронов, блядь. Надо уже этот отсюда не выпрыгнул. Иди сюда! Проходя. Давай. Давайте последнее подходим. Нам надо сюда бежать, 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 бежать. Прощай. Назад. Зря я, конечно, патроны потратил. Смотри, какой прикольный взрыв. А, это я, короче, у меня не было. Тут я покупал, оказывается, той версии, где не сохранилось. Большая битва за маленькую станцию выиграна. Дальше я не пойду. Я нужен здесь. Тоннель. Если ты все еще... Тебе придется идти в обход. Отсюда тебе дорога прямо до Кузнецкого моста. А потом придется идти через станции, принадлежащие или красным, или фашистам. Пойдем. Окей. Дружок, Кузнецкий хорошо. Мост – независимая станция. На ней у тебя не возникнет сложностей. Кстати, вот тут я первый... Другое дело коммунисты. Они там строят прекрасный новый мир, но старыми методами. Все прелести государства строгого режима налицо. На Кузнецком мосту разыщи моего знакомого, Андрея, мастера. Скажи, что от меня. Он тебе поможет. Это их храм? Храм надежды. Даже в нынешние времена мы не можем избавиться от вещей, которые делают нас людьми. Давай, открывай. Помни, все зависит от тебя и только от тебя. Окей. До встречи, Артём. И удачи тебе. А, вот тут вот открылось. Кузнецкий мост был необычной станцией. Он весь состоял из мастерских. Тут собирали большую часть оружия, обращавшегося в метро. Я искал Андрея, мастера, но он нашел меня первым. Сейчас тут будет большой ролик. Вот пилово, что я, да, вот знаю, плохо тогда, когда... Хорошо, когда первый раз играешь, не знаешь ничего. Тогда прикольнее. А так, видите, я уже знаю, что...
поэтому неплохо. Так, 70 FPS. Сейчас туда бежим. Снимай. Так, идем дальше. Мне, конечно, патроны надо. Но... Нафиг я их тут найду. Стой! Кто идет? Не двигаться! Эй, расслабься! Это человек! Выключи свет! Ну да, выглядишь ты по-человечески. Это главное. Давай, заваливай. Это свободная станция. Ну, пойдемте. Нас тут ждут. На свободной станции. Что там может есть? Нет, нету. Но ты поосторожнее тут. Станция у нас, конечно, свободная, но красные за нами приглядывают. Повсюду их агенты. Это не паранойя, парень. Внимание! На станции проводится проверка документов. Всем пройти к месту своей прописки. Помогайте правоохранительным органам выполнять их работу. Лицом к стене! Обыск! Да хватит! Отстаньте, противные! Я не такой! Заткни хлебало! Готовься к досмотру! Всегда готов. А скажите, доктор, раз вы уже там, не могли бы вы заглянуть к моей простате? А то как не пойду по нужде, ну все светится. Тихо, может, облучился? Мерзавец! Ай! Фу! Бьешь по тем частям тела, которые покорили твое воображение! Бьешь слабовато, однако! Сколько же еще терпеть? Не обслуживаем. Да ты шутом на полставки подрабатываешь? Петросянишь? Ну-ка, попробуй вот это! Вот это было получше! Ай, ну все одно слабо! Ты что, мало каши ел? Принимаем этого. Посмотрим, как он пошутит на Лубянке. О, сюда. Так, а ты кто? Напарник? Он рыжий клоун, а ты белый? Ты тоже арестован. Ладно, ладно, ладно. Только без рук. Я сам пойду. Стой, стрелять буду! Беги! За этим пенделем. Ах ты дрянь! Я их прикончу! За мной, парень! Подожди, ублюдков! Давайте, бежим, бежим. Осторожнее, тупица! Так, нас тут стоп не сидит. Сюда! С первого раза я его не прошел, так что с первого раза прошел. За мной! Сейчас его тут убьют, а нам надо будет бежать. Нам сюда надо будет бежать, куда? Во. Туда! Стой, тварь! Бога. Но в тот день за меня больше некому было вступиться. И меня спасли. Друг Хана, Андрей Мастер. Только он смог помочь мне выбраться с этой станции. Проблема в том, что единственный путь проходит через линию фронта между красными и фашистами. Тебе потребуется маскировка. Возьми этот комбинезон, натянешь поверх одежды. Красные сейчас вербуют добровольцев, чтобы штурмовать фашистские укрепления. Как только наберут полный состав пушечного мяса, сразу отправят его на передовую. Можешь поехать на этом поезде зайцем. Не в первом классе, конечно. Но и платить кровью не придется. Как только поезд минует блокпосты, ты свободен. Окей, сейчас мы поедем, чувачки, поездом. Скупимся. Я тут вот купил себе пистолет. А, да, я купил пистолет. Не хватило на пистолет патронов. Комбинезон дал чувак. Капюшон. Говорят, кто-то проник снаружи на одну из станций красной линии.
Ничего, КБ не дремлет, парня выловит до вечера. Можешь осмотреть магазины, купить что тебе надо, но не трать. Оружие, наркотики, поезд пройдет точно после турпоезда. Тебя ждать он не станет. Аптечки, фильтры, ножи, все для турпоезда. Еще чего купить, а тут вот. Это штуковина. Раз в три помощнее твоей будет. У тебя сейчас точно такой же. Ну, если хочешь, давай поменяемся. Издеваешься? Куда их тебе столько одинаковых? Хороший выбор. Правильная пушка. И уж точно покруче твоей. Хороший выбор. Правильная пушка. И уж точно покруче твоей. Без работанного. У тебя сейчас точно такой же. Но если хочешь, давай поменяемся. Отличный ствол от лучших мастеров. Хороший выбор. Ну и ладно. Видите, аптечки, фильтры, ножи. Набор туриста. Лучшие пушки от лучших мастеров. Тут дело в том, что может лучше пистолет взять. Патроны на него дешево стоят. Смысл брать автомат. Аптечки, фильтры, ножи. Все для турпоездок. Да выкинь свой хлам. Это для детишек. Да выкинь свой хлам. Это для детишек. Ну, это штука. Ну и ладно. Аптечки, фильтры, ножи. Набор туриста. Тоже мне. Сравни свою пушку с моей волыной. Я тогда вот этот взял за 70, да? А можно и этот взять. Но я думаю, смысла, наверное, нету. Что тут самодельное пневматическое оружие для ведения бесшумного огня на дальней дистанции. Противников. Ну, тоже мне. Нет, сравни меня... свою пукалку с моей волыной. Сейчас, трабаш мой хороший, но пистолет... Тоже мне. Поменять. Сравни свою пукалку с моей волыной. А старый свой агрегат можешь отдать бедным. Тоже мне. Сравни свою пукалку с моей волыной. Ну, я ими не часто пользуюсь. А вот пистолет и патроны на него... Дешево. А старый свой агрегат можешь отдать бедным. Прикупить, вот смотрите. 65. Последняя работа Калашникова. Ручная. Стоит, наверное, взять. Револьвер с оптикой. 70. Хороший выбор. Наконец-то у тебя будет приличная пушка. Последняя работа Калашникова. Ну. Ручная. Не знаю, ну, как тут, хочешь. Конечно, я тут не буду. Налетай, разбирай. А старый свой агрегат можешь отдать бедным. Хельсинг с оптикой. Ну его толку, смысла нету брать. Тоже мне. Сравни свою пукалку с моей волыной. Не, ну... Последняя работа Калашникова. Ручная! Нет, чувачка, у меня не хватит. Хороший выбор. Наконец-то у тебя будет приличная пушка. Да, налетай, разбирай. Автомат смысла нету. Аптечки, потому, что... фильтры, ножи. Аптечки, фильтры, ножи. Набор, ну, туриста. Такой самый, только что с оптикой, да? А эти дорогие. Ладно, возьмем пистолет. Спецпредложение. А старый свой агрегат можешь отдать бед. Отличный курс. Аптечки, фильтры, ножи. Вот эту штуку очень рекомендую. Иди заработать. Ну и ладно. Спецпредложение, скидки, лучшие пушки от лучших мастеров. Фильтров тут нету, так, давайте. Где-то скидки, патроны, да. Акции. Спецпредложение, обмен валюты, лучшие пушки от лучших мастеров. Итак. Что мы можем продать? Ну и где твои патроны? Я вот свои выложил. Так, и что мы можем купить, чувачки? Это, ага. Купить, а что это за фигня? Так. Я вот этот не знаю, что за фигня. Это шпица, блин, непонятно. Так, вот это вот, по-моему, на калаш, да? Я не знаю, где тут что. Так, давайте возьмем.
понятно, что патроны не надо париться. Сколько они стоят, эти застреляли. На, давайте вот это возьмем. Эй, у тебя такая отличная сделка. Все, лучше, конечно, патронами заправить. Спецпредложение, скидки, лучшие пушки от лучших мастеров. Так, лишними не будут. Все нормально, мужики, он со мной. Давай, Артем, прыгай в яму. Да, может, надо было по автомату купить. Нет, да нахер он нужен. Смысл там нету в автомате. С оптикой пистолет, в принципе, нормальный. Если с оптикой. Артём, видишь там багажное отделение? Ага. Забирайся туда. Так что, мужики, двинули, а? Давай, поехали. Сейчас долго будет оно. Блин, это долго. Андрюх, а там вообще как, безопасно? Не хотелось бы, чтобы его размазало по рельсам. Ну да, это тебе не вагон СВ. Но если он останется на станции, то он точно труп. Потому что билет на Лубянку, он только в один конец. Да-да. Едем, едем, едем куда-то. Все нормально, подбирайте. Все в норме. Теперь все зависит от тебя. Удачи. Здравствуйте, Сергей Сергеевич. У меня тут пацан из местных. Рвется сражаться. Идейный боец. Идейные товарищи нам всегда нужны. Отлично, сынок. Прихожу выдать тебе форму и оружие немедленно. Полезай в огонь. Внимание! Гражданским лицам воспрещается садиться на поезд без письменного разрешения комиссара. Марш, марш на фарш. Вот и вся воинская слава. Да у свиней на бойне смерть осмыслена. Также иные взяли проникнуть на состав, считаются изменой и будут жестоко караться. Когда будет уже следующий? Мы, наверное, это закончим сейчас. Следующая начнется. Какая-нибудь локация уже на этом закончим видео. Сцену не будем пропускать. Посмотрим. Считается дезертирством. Заградотряду отдан приказ расстреливать дезертиров на месте. Ты зачем в армию подался? Я пошел по политическим убеждениям. А я за бабло. Я верю. Оно победит зло. Ну а ты как? Я-то? Ну из-за плаката вступай в армию, ты увидишь весь мир. Ну, мой отец в Красной армии служил. А его отец еще в Советской армии был полковником. Традиция. Я вот думаю. А ведь у фашистов наших деды тоже в Советской армии служили. Предатели они. За это их и перевешать надо. После 100 грамм фронтовых, да? Слушай, у меня тут в патронтаже черная таблетка. Антибиотик, что ли? Ну ты и мурзила. Это ж цианистый калий. Зачем? Ну, самоубийство грех. Я же в ад попаду. Если фашисты тебя в плен возьмут, ты и так уже считай в аду. Так что без разницы. Не, я никогда не смогу покончить с собой. Тогда давай свою пилюлю мне. Чтоб наверняка. Лишь бы не гнить в их концлагерях. Сейчас что-то должно произойти, наверное. Но тут я уже не доходил до этого. Тут уже по новой считайте, что играю. Да, чувачки, все. На этом мы закончим видео. Человек,
остался человеком даже после конца света. Он все так же готов был грызть глотки своим собратьям из-за абстрактных идей. Даже война, на которую я ехал теперь, была эхом какой-то древней войны между красными и фашистами. Человек не меняется. Все, чувачки, на этом видео заканчиваем. Смотрите следующую серию. Все, пока.